Ви дивитесь міські новини. Маршрут міського транспорту номер 3 буде змінено. Після численних скарг мешканців старої частини міста на неможливість діставатись з вулиці Хмельницького до нової поліклініки, в міськвиконкомі проблему вирішили наступним чином. В связи с тем, что четвертый маршрут никто не захотел перевозить, он остался у нас без реализации. То есть по этому маршруту автобус у нас не ездит. Возникает много жалоб, нареканий от жителей города неудобно. Особенно жители, которые проживают по улице Хмельницкого. Им кажется, что можно кого-то заставить осуществлять перевозки по этому маршруту, и будет у них благо. На самом деле это не так. Есть конкурс, только по результатам конкурса можно определить перевозчика. Кроме того, очевидно, перевозчик отказался предыдущий по четвертому маршруту ездить, потому что этот маршрут ему просто невыгоден. Все считают сейчас деньги. Если маршрут невыгоден, то перевозка просто не шляется. Кажется, что они там деньги гребут лопатой. Но, к сожалению, это или к счастью, и к сожалению, это не так. На самом деле у перевозчика много проблем, связанных с обслуживанием автобуса. Дороги у нас в городе, как и везде, собственно говоря, проблемные, поэтому автобусы быстро изнашиваются, их надо часто ремонтировать, и даже 5 гривен проезд, там, или 4-5 у кого даже, ну, они не всегда в плюсах оказываются. Перевозчик, который шляет перевозки маршрута у нас в городе Желтые Воды на сегодняшний день, я не видел, чтобы он шиковал, честно говоря. Тем не менее, учитывая многочисленные обращения жителей, учитывая многочисленные обращения депутатов, проведены переговоры с перевозчиком, который осуществляет в городе перевозку, единственный, который осуществляет в городе перевозку по маршрутам 1, там 3 и так далее, о том, чтобы вынести повторно этот вопрос и маршрут четвертого автобуса включить в маршрут номер 3. Это не так просто делается, это будет решение исполкома, там согласование с полицией, с органами инспекции автомобильной. Тем не менее, мы на это пошли. То есть в данном случае перевозчик, скорее всего, будет перевозить людей по этому маршруту. Для него это будет неприбыльно, мягко скажем. Тем не менее, учитывая социальную ответственность свою перед городом, он на это пойдет. Поэтому примерно с 25 мая, после 25 мая, перевозки будут шляться третьим маршрутом, в том числе по маршруту четвертого автобуса по улице Хмельницького дальше с заездом. Тепломережа ризикує восени не отримати лімітів на газ, не дивлячись на те, що підприємство на першому місці в області за розрахунками. Але політичні фактори можуть завадити початку опалювального сезону в Жовтих Водах. Тому жовтоводцям радять підстелити соломки. Тобто, потрібно мати резерв, потрібно мати можливість дати людям можливість вибору. Мы должны сохранить предприятие и попытаться сделать его рентабельным. На сегодняшний день, конечно, из-за высочайших цен на газ тарифы поднимать некуда, рентабельность также у нас на нулевом уровне по тарифу. Ну, здесь мы стараемся только затратами на квадратный метр как-то сыграть в сторону снижение затрат и снижение потерь от утечек и потерь по изоляции. В связи с этим я хотел бы сказать, что сейчас мы рассылаем предписания, разослали уже большинству потребителей по подготовке к зиме. Мы просим выполнять промывки внутридомовых систем. Многие не понимают, ну, возражают по этому поводу. Мы специально всех не заставляем. Мы смотрим там, где были жалобы, где недостаточное отопление, где перепад высокий по зданию. Так как те все отложения, которые во внутридомовых системах, они в начале отопительного сезона оказываются в трубной части котельного агрегата. Значит, покажите, подождите, медленно. СМИ, пожалуйста, вот Сергей Александрович мне показывал эти фотографии, разрез трубы, в которой образуется отложение. И разрез трубы он покажет позже, этой же трубы, в которой отложения эти удалены за счет промывки. Вот что происходит в трубе, когда... Отложения, их видно невооруженным глазом издалека. Они громадные. Это карбонатные отложения из-за жесткости воды.
они как бы изолируют трубу, и нету теплообмена между теплоносителем и металлом самой трубы. То есть они делают, как изолятор становится. И поэтому теплоноситель не отдает тепло в квартире, в детские садики. А вот труба, которая после кислотной промывки, это мы идем на большие затраты, риски, труба от кислоты также утончается, но тем не менее она становится сравнительно чистой. Но промыть полностью котел нет возможности, так как где-то там какая-то трубка остается забитой, потом она, циркуляции на ней нет, и она сгорает. Если вывести со строя трубную часть котла, то сейчас ни предприятие, ни город в целом не в состоянии будет восстановить. Руководитель предприятия теплосети Сергей Александрович Донченко осознает ответственность города перед социально незащищенным населением, в частности, детьми вообще. И поэтому он понимает, что установка автономного отопления как альтернативного централизованного на объектах садики и школы является правильной политикой, я правильно понимаю? Но при этом, еще раз повторюсь, мы оставляем возможность подключиться к конкретному объекту, например, школа X. Она будет установлена, скажем, система автономного отопления. Мы оставляем альтернативу подключиться в случае необходимости. Какой необходимости? Тариф будет меньше, скажем, у централизованного отопления будет меньше тариф. Мы оставляем возможность подключиться к централизованному отоплению. Все вот так вот оставляю. Еще раз повторюсь, деньги, которые будут вкладываться в установку автономного отопления, деньги инвестора вообще говорят, так, где, в чем тут его смысл, где же он это урвет себе деньги? Да он не урвет деньги, а он установит за свои деньги автономку, которую люди посмотрели, как это красиво все делается в Никополе, сделано, чистота, порядок и все. И потом будет, как поставляющая организация тепла, получать деньги по тарифу. Конечно, вот так вот будет. Сказав А, каже і Б. Підприємство ЖРЕО не встигає виконати ямковий ремонт прибудинкових територій, хоча виграло конкурс на виконання цих робіт. Есть определенная проблема, связанная с выполнением своих подрядных обязательств подрядчиками, которые в городе Желтые Воды выигрывают в том числе по Прозоро работы, связанные там с благоустройствами там, и так далее, с асфальтированием и так далее, На сегодняшний день, к сожалению, объем работ, объем работ, который выполнен этим подрядчиком, очень маленький. Например, по асфальтированию внутридворовых проездов. В апреле месяце была проведена процедура Прозора. Процедуру Прозора выиграл единственный участник коммунальное предприятие в ЖРЭО, города Желтые Воды. С апреля месяца по сегодня сумма там всего была до 200 тысяч, освоена от этой суммы всего лишь по асфальтированию внутридворовых проездов 20, чуть больше 28%. Я задаю вопрос, в чем проблема? В чем проблема выполнения этих работ? Так мало того, был аванс перечислен. Я не знаю, кто вам докладывал, еще 27-28 числа было выполнено асфальтирование, две машины вложены. Сейчас подготовка выполняется, на этой неделе будем ложить дальше асфальт. Главное погоду поймать, тут тоже так, в лужах мы не... Погоду ловить надо было до 9 мая. До 9 мая мы уложили. 6 апреля ловить месяц можно было ловить. Это все будет выполнено. Ну что не выполнили? Ну месяц прошел же. Да потому что эти люди были задействованы в подготовке города к празднованию. Все, на нем, на этих людях висели и флаги выставлять, флаги убирать, и ремонты, и подготовки, и все остальное. Сейчас эти работы отошли, сейчас будут работать на полную... Для договора по выполнению этих работ никакого значения то, что люди чем-то другим занимались, вообще не имеет. Работы не выполнили? Да, работы выполнили. Мы отчитали с 5 числа, как положено. Это самое. Ну так не все же работы выполнили? Не все, конечно. А по полученному авансу отчитаны мы. Это самое. И дальше продолжаем работы. И сейчас пойдет лавина и асфальт, и эти деньги будут выработаны за течение месяца. А что подрядчик тут сделал за месяц две дороги капитально, а мы не можем освоить тут ямочный ремонт? Вы поймите, что есть разница.
частных фирм и коммунальных, я понимаю, да. Вот этот частный, этот ремонт ямочный, который вы говорите, ни один, вот вы же видите, желающих нету их делать, потому что это очень затратная часть, потому что раскидано по городу, участки маленькие, большие силы идут на подготовку, плюс на асфальтирование, с этим асфальтом возишься, ложкой развозить. Другое дело делать, взять участок и делать сплошняком или, допустим, большие объемы того. Ну у вас нет этого же даже оборудования. Я же не говорю о том, что... Вот я вам предложил, ВОЗГОК дает два катка и асфальтоукладчик. Вы не захотели заключить договор с ними. Вот нам дали, они согласились нам дать в аренду. Владимир Васильевич, значит, договор этот в стадии заключения, просто асфальтоукладчик на те работы, которые мы выиграли тендер, там его нигде не приметил. Там ямки размером от 0,5 метра до 2 метра. Асфальтоукладчик. Хорошо, 1 070 000. Там можно применять асфальтоукладчик уже? 1 070 000. Смотря какой перечень работ. Если это ямочный ремонт, то там не применишь асфальтоукладчик. Если это будет участками отдельными, прямые участки там до 20-30 метров с плоскостенком, то можно применить. И то это будет затратно, потому что этот асфальтоукладчик надо таскать на эти 20 метров, переставлять. Одно дело установил и поехал по дороге, вы же понимаете, что, как это используется. Ну, я, например, не видел в планах работ, чтобы было там участки, допустим, сплошняком покрыть. Там только ямочный ремонт. При ямочном ремонте асфальтоукладчик не применяется. Павлович, мы когда будем обращаться опять к вам с просьбой выполнить какие-то работы, мы же теперь будем руководствоваться вот таким экспириенсом. 6 апреля по 15 мая 50% мы освоили из 190 000.